Всем доброе время суток. Существует такая проблема, что при подключении 4G интернета Huawei возникает такая проблема, что при загрузке ноутбука компьютером появляется вот такая штука. То есть загружается браузер с нашими данными 4G интернета. На первых этапах это хорошо тем, что можно настроить интернет и пользоваться им. Но когда это происходит постоянно, это приводит к неудобству. И нам нужно отключить вот эту автоматическую загрузку. Как это сделать? Все очень просто. У меня стоит Windows 7. Для Windows 7 нужно нажать клавишу WinR и ввести команду Service MCC. Нажать ОК. И здесь у нас появятся локальные службы нашего ноутбука. Дальше нам нужно найти такую графу, как Mobile Broadband HL Service. Вот находим эту графу и останавливаем процесс. Остановили процесс. Дальше нам нужно найти файл cronfilm.dat. Как этот файл найти? Нажимаем вот тут справа, правой кнопки мышки, свойства по вот этому пункту. И вот мы видим, где находится этот файл. Вот он. Находится cprograms.data mobile bserv. Копируем этот файл. То есть путь, где находится. И вставляем в командную строку. Нажимаем поиск. Вот он появился. И, собственно говоря, вот, видите, компьютеры, локальный диск, программ, дата, мобил сервис. Значит, нам нужно зайти в этот файл с правами администратора и поменять некоторые значения. В некоторых случаях у вас не будут появляться права администратора. Для того, чтобы зайти с правами администратора, нужно правой кнопки мыши нажать «Свойства». Появилась общая пункт этого сервиса, нажать «Безопасность» и вот нажать на пункт пользователя «Алиса». Здесь вот видите, можно нажать на кнопку «Изменить», поставить вот внизу галочки «Полный доступ», «Разрешить», «Запись», «Изменение», «Чтение выполнения» и так далее. Нажимаем «Ок». Окей. И, собственно говоря, мы заходим с правами администратора уже в этот блокнот. Вот как зайти через блокнот, нажимаем правой кнопки мыши, открыть с помощью блокнота. Нажимаем ОК. И попадаем в этот файл. Дальше нам нужно найти пункт AutoOpen URL 1 и поменять его на 0. Вот видите. Дальше сохраняем, закрываем. Теперь нажимаем ОК. Значит, службу, которую мы выключили, мы нажимаем запустить. Запускается файл. И видите, уже браузер с нашим оператором не появляется. И если вы выключите ноутбук и перезагрузите, у нас будет все в порядке, браузер не будет загружаться. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго. До новых встреч.